И не хуже, и не легче. Было бы выпить, чтобы крепше. Все равно с какой холерой воевать. И не хуже, и не легче. Было бы выпить, чтобы погребше. Все равно с какой холерой ночевать. О, да. Здравствуйте. Это было еще. Здравствуйте. Через день бегали сюда, водили экскурсии. Профиль просто ни с чем не перепутаешь. Над ним очень гордый, надменный китаец, который смотрит в небо, ручки на животике сложил, глазки прищурил. Вот да. Это китаец. Для Лао-цзы. Да. Да. Вот эволюция человека. То есть была обезьяна, стал китаец, ну а где-то там еще выше маленький мук. Его отсюда не видно. А вот вижу большая лягушка, да. Толстая. А на фоне неба, наверху левее, на поляне, гриб, громадный гриб. Вон он на фоне белых облаков. А здесь еще вот целая живописная группа турецко-подданных. Они в тюрбанах, такой большой паша. Угу. Большой паша, голова его в шапке в тюрбане турецком. А левее его, его мусульманская женщина в чадре. Смотрит она на тот гриб и думает, как его достать на обед. Ну, вот такие... Мы можем под чедру к ней завесить и узнать, о чем она думает. Да. Когда еще не знал дороги, я, естественно, туда и рванулся. И вылез наверх. А потом мне уже сказали, что нет, дорога правильная, вот эта. Не мандарина, привидение. Ну, там зато интересно. Там здорово. Вот. Ну, там листва глубоко. Там никого нет. Где-нибудь встречаются дикие какие-нибудь верёшки. И много всяких препятствий. Скалы. И красивые очень, конечно, здесь вот сосны на вершине скал. А вот чуть левее, да, это подводная лодка. Которая вышла на поверхность. Она штрафует, кто за рулем разговаривает по телефону. Ну это, конечно, она, так что выше там уже ничего нет. Сегодня, ну просто воскресенье, выходной везде. Короче, гуляем, просто гуляем. Вчерашний день, и вот Лёва меня тут снимает, как я с тобой разговариваю. Привет, привет. Константин Вихляев, гора Демерджи. От нее ему большой привет. Высоко оказалось самым-самым. Короче, отсюда уйти невозможно. Ой, Лёва, мне пока невозможно просто. Ой, это мне. Это все. А ты попробовал хотя бы. Ты Куся, я себе еще не. Как мне ее съесть? Мокота. Вот, правда, после фестиваля я пошел в лес, я не знал, будет у меня компания. Пошел сам по себе. Но компания нашлась. Эх, пролечу я в ночь на Волоне.
парке, цветущем в запахе роз. Мимо по дороге, мимо шалуни, нежная и смуглая, как абрикос. Пусть она помнит эту папаху, звонкую песню топот коня. Мальчик веселый, из Карабаха так называют всюду меня. Пейте, кони мои, пейте. Вам привет! Пейте, кони мои. Тут уже далеко сейчас до Лучистого или нет? Меньше часа.